Согласно недавно опубликованному анализу Центра современных еврейских исследований Куэна в университете Брандейса, американские евреи, которые посещают поездки в рамках программы «Таглит», на 160% чаще вступают в брак с евреями. Сокращение происходит из-за инфляции, повышения транспортных расходов в мире после эпидемии и снижения объема сбора средств. В последнее время были заметны и другие признаки сокращения количества поездок в Израиль для еврейской молодежи. Максимальный возраст участников снизился с 32 до 26 лет.